Ну вот мы в Клайпеде, сейчас торговый центр Акрополис нашли. Пойдем пообедаем, там, я надеюсь, есть Wi-Fi, и поищем себе жилье. Но с парковкой, конечно, тут туго. Раньше так не было. Ну да, что-то, блин, вообще просто так все забито. Кружили, кружили, там вот выезжали, мы быстренько заняли их место. О, кстати, надо запомнить, 7 мячек. В Акрополисе нашли фудкор. Так, установочка такая. Ну, взяли каждому по порции. И салатик. У нас получилось 13,75. Раньше мы набирали еще и суп. Да? И мы еще и кофе брали. Стоило это где-то 10-11. То есть, видимо, ценник, да, ценник дорожает не только у нас, но и вот в Литве тоже. Как тебе, Милана? Мясо пробовала? Не пробовала еще? Нет. А что ты ешь, овощи? Да. Все, мы поужинали или пообедали, правильно сказать. Что ты тут нашла? Чупа-чупс только, приз только чупа-чупс. Короче, очередной разводилово. Вот, Wi-Fi здесь был, нашли себе номер, что у них проблема какая-то. Самый Клайпеде, самое дешевое, 145 евро получилось. Пришлось нам за 45 евро где-то 20 километров от самой Клайпеды. Ну, съездим, посмотрим, что вариантов не было. Опять начинается дождь с какой-то тучи. Пока в магазине гуляли, вроде солнышко было, и все, вышли, а тут пасмурно. Так что мы решили... Несмотря на то, что 6 часов, решили поехать заселяться. Поедем хотя бы найдем, где это. Потому что это где-то в сторону от Клайпеды 20 километров. Это получается залив между косой и материком. То есть я не думаю, что там вода какая-то чистая, купаться можно будет. Но... Жить можно. Сейчас ездим и посмотрим. Я надеюсь, что жить можно. Тут у меня такое ощущение, что в какую-то промзону едем. Заводы. Ну там непонятные. О, что это, свалка? Карьер. Точно сейчас там. Или свалка, или карьер. Свалка, она не засыпает. Сейчас мы там в вагончиках будем жить. Там яхт-клуб какой-то. Так. Парковка 3 евро. Видимо, да. А, регистратура. Окей. Ресепшн. А автомобильная парковка налево, вот смотри. Угу. Давай куда-нибудь туда и потом регистратуру. В общем, это чудо расчудесное, я такого не видел еще. Сейчас мы по ходу приедем и все поэтапно покажем. Вот здесь вот отдельные домики, в них живут там семьями. Но это не наши домики. Вот здесь вот, я так подозреваю, поэлитные домики. Они там даже двухэтажные. Но это тоже не наши. Вон там серые контейнера, видите, вдалеке. Вот это наш. Там мы будем жить. Мы, естественно, уже заценили и номер, и вещички сложили. Сейчас покажем вам. Вот такие вот контейнера, металлические просто. И вот каждая дверь, это отдельный номер. Здесь еще душевые есть. Закрывается на ключик. Вот такой номер. Номер на 3 кровати. Причем я смотрел, там, по-моему, в каждом их по 3. Шикарных 2 кресла. Подставка для ног, пуф. Столик. Есть холодильник, который работает. Тут мы сюда нарезочку положили. Фрукты. Прикроватные столики. 3 полотенца. А, не, подожди, не 3. Тут каждому по 2. 3 комплекта полотенец. Кровати вообще очень, ну очень мягкие. На ночь закрываются жалюзи, рамуга для проветривания, на ключик закрывается все.
такой немножко запах какой-то пластмассы, но это, наверное, потому что новое. Потому что на сайте отзывов вообще никаких не было. Я так полагаю, они все это сделали к этому сезону. Потому что даже когда на ресепшн мы зашли, пахло именно дерем. То есть свеженьким таким. Скорее всего, это только отстроенное. Свет, кстати, включается в шкафу. Где он там? Вот. Включатель, выключатель. Ну, здесь, наверное, из-за того, что места нету. И еще, мне кажется, здесь будет душновато, если жарко на улице. Потому что... Потому что все пластмассовое. Вентиляции как бы нету, да. Металл коробка серого цвета, который нагревается, и пластик. То есть здесь как погода плохая, вот сейчас у нас за окном, здесь то отлично просто. Мы проветрили и шикарно. А если будет жара, то здесь духота будет. Душ я показывал, снаружи есть. Тут 4 душевых и одна для лосей. А, ну вот простая душевая, ничего особенного. Для оленей. И ведь тоже 4 туалета в ряд. И такой же туалет. Освежитель, бумага. Все есть. Так, еще мы в магазин, когда заходили, мы купили попробовать кола персик. Хрень полная. И Свете тоже не понравилось. Потом мы купили арбузик. Потом мы купили какой-то странный фрукт. Драконий. Вроде как драконий называется. Мы потом его вскроем. Да что он не открывается? Вот, драконий фрукт. Потом вскроем и посмотрим, что это за чудо. И на завтрак нарезки колбасы, сыра. Потому что здесь готовить негде. И батон. За все это у нас получилось... За все это у нас получилось 8,91. Причем интересная штука, я раньше знал об этом, но забыл. Здесь отдельно выбивается 10 центов за бутылку пластиковую. Вот эту. То есть в теории ее где-то можно сдать. Мы даже раньше видели в магазинах специальные такие автоматы стояли. Туда прям пихаешь бутылку, и оно тебе сразу отдает денежку. 10 центов там, либо если зажесть, может быть, там другая сумма какая-то. Но теперь почему-то я их не видел. Возможно, они убрали их, а возможно, они я просто не обращал внимания. Стоят. Они, может быть, в магазинах, мы их видели в магазинах маленьких. И маленькие сети, что-то такое было, совсем маленькие. Вот там они были. Так что вот, можно сразу где-то, я думаю, можно сразу эту бутылочку и сдать, вернуть свои 10 центов. Обзор всей территории мы сделаем завтра, потому что... Опять моросит дождь, прохладно. Я надеюсь, завтра, может быть, даже солнышко будет, как оно обычно с утра появлялось. Вот. И завтра полностью по территории пройдем и все посмотрим, что тут. Не, ну, конечно, отсек или какого... Как это? Подожди. Бокс. Не, подожди, блин, капсула. Капсула. О, да, было капсула. Написано капсула. Капсула, конечно, блин, вот прикольно. Я в таком еще не останавливался. Ну, вот чисто вот интересно по приколу. Сидишь? У нас был номер в Вильнюсе примерно такого же размера, но это было в здании на втором этаже, и это был, ну, назывался полноценный номер в гостинице. Но по размеру он был точно такой же. Не такой же. Там, еще меньше. Там вспомни, там была полуторная кровать, и все. 20 сантиметров пола, и за дверкой был еще душ. Да, то есть, грубо говоря, вот этот квадрат у нас был. Вообще половина. Вот этот квадрат был. И это был номер в гостинице, это в Вильнюсе было. Да, и мы что-то там 30 с чем-то... 33 евро, я помню. Да, вот 33 евро. 33 или 35, там что-то такое. А вот за это мы отдали 45. Но я тоже скажу, это дорого, потому что... Это самая минимальная цена на сегодняшний день, которая есть в районе Клайпеды. Потому что в Клайпеде сейчас 145. Получается, сегодня суббота на воскресенье, видимо, все отправились сюда то ли на выходные. Ну, сезон, я бы не сказал, что сейчас сезон идет, сами видите, это бред полный, но все, видимо, ринулись сюда отдыхать. И для сравнения, просто за 45 евро мы в Гданьске снимали просто шикарную квартиру, где было все. Там была квартира...
полностью белого цвета, белоснежная. Просто шикарная. Все было в комплекте. Посуда приготовить можно было, спальня была. Ну, естественно, там душ, туалет. Кухня такая совмещенная с залом. Ну, просто очень шикарная. У нас даже где-то фотки есть. В холодильнике две банки пива. А, да, то есть. Две бутылки напитка. Фрукты были на столе. Фрукты. Было кофе нам на утро, кофе, наверное. Да. Мы вечером пили. Капсульные утром. Такие. Да, капсульная кофеварка, кофе в капсулах, угу. Чай был. В общем, и шикарно. Что-то из сладостей. Милана ела какие-то, то ли пироженки утром. Кексики, по-моему. Ну, что-то вот такое. По-моему, кексики были. То есть, были. Вот это да, был да, набор да, за да, 45. За 40. Ну, и здесь за 45. Ну, здесь чисто подкупает как бы новизна такая необычная обстановка. И лучше, чем в машине спать. Все, утро наступило. Вот сегодня даже солнышко. Ну да, как-то по утру нам везет. А ночью был даже ливень такой сильный. У нас тут легкий завтрак. Сейчас мы перекусим и пойдем побродим по территории. Давайте посмотрим, что это за чудо-фрукт. Я тоже буду пробовать чудо. Скажи, что это внутри. Да, такой же, как я. И вдоль, да? Мне кажется, да. Его надо вдоль, а потом ложкой оттуда. Я так и знала. Она такой же, как я и думала. Точно такой же. Да и вкус должен быть какой-то. Невкусный, наверное. Угу. О! Красота какая. Мне кажется, ложкой. О, смотри, ложкой как Милана удобно. Ну или дольками такими, ну как пахнет, кстати, травой какой-то. Ну, вообще, да. Нам тоже крутое. Я особо не чувствую так прям такого восторга. Да потому что вырос. Ты большой и скучный. Ну, он сладенький, но... В магазинах обычно, ну как, такие фрукты, они не настолько вкусны, как, не знаю, как в стране, в которой они растут. Ну, в общем, съедобная штука. Мягкие кровати. Они тут двойные, у них матрас от самой кровати очень мягкий, плюс еще вот такой дополнительно мягкий. Вообще невероятно. Вот так вот, как на пружине можно. Да. На ресепшене выдали нам вот такие штуки. Это как в курортных отелях на руку крепится. И сказали, что можно посетить спортплощадки. Тут раз, два, три. Баскетбольная, теннисная и волейбольная. И также можно посетить бассейн. Хотя особо такое. Погода неплавательная. Вот он, там шезлонги стоят. Ну, начнем мы с бассейна. Милана прям всю дорогу. Хочу купаться, хочу купаться. Сейчас посмотрим, она надела купальник. Сейчас посмотрим, как она будет плавать. Эти домики поближе. Такие уже поэлитные. Двухэтажные. На первом этаже, я так полагаю, там гостиная идет. На втором спальня. И терраска. Столик, стульчики. Вот они тут целыми рядами стоят. О, шезлонги, да? Цивильные. Хотя, что тут загорать, смысла нет. Я не знаю, когда они тут загорают. О, Милана, ты полезешь туда? Не знаю, как. А, тепленько? Ну, еще шажок? Еще два шажка. Будешь купаться? Ну, хоть ножки помочь. А то скажут, что мы тебя не пустили. Да, мне кажется, одинаково. Вот такой вот детский есть бассейн. По колено, да? Да. Чуть выше колена. И вот здесь вот взрослый. Вот ночью здесь светился он сиреневым. Издалека видно было. А, ну да, вот лампочки горят. Ножки коротенькие, смешные. Они выглядят как будто вот такие. Тише, не упади. Ну, это нормально, так вот поплавать можно. И... Мне кажется, я тут с головой уйду, да? Или по шейку будет. А еще здесь...
А, здесь еще какое-то... Только я не пойму, что-то он закрыто? Или открыто? А, можно открыть. Вот, смотри, игровая комната такая есть. Ага. Ха, настольный футбол. Только мячик. А, вот и мячик есть. Бильярд. Шаров я не вижу. И тоже. Посидеть можно тут, потусить. А это на шезлонге, я так подозреваю. Матрасики. Можно поиграть, вот смотри. Найдешь, найдешь телефон? Да? И потом сразу в тепленький душ. Да. Ну как? Тепло? Холодно. Все, вылазим. Вылазь, давай быстренько. Давай, вставай, 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 вставай. Тепленький душ, быстренько побежали. Да, Милана самая смелая. Я бы не решился. Все, все освежились в душике. Согрелись даже некоторые. Я тут даже и совсем забыл, что у нас эта херня двухэтажная. Там с обратной стороны тоже номера есть. Кто-то топал там зачем? Да. Сейчас пойдем по кругу посмотрим. Наверное, вот и лесенку над туалетом. Ну так не жарко, я хочу сказать. А, вон они там. Да, по сути, такие же номера, только здесь площадка. А здесь немножко другие номера. Получается, не вдоль идут, а такие туда вытянутые. Я интернет нашла сюда. Поздравляю тебя. Тут у нас детские площадки. Милана тут тоже тусила. Такие добротные. Вон там качели, сетки. Там заночка даже есть. Ну, видно, что все новое. Я думаю, он прям вот недавно построен. Возле домиков здесь такие мангалы интересные стоят. Из пивной кеги сделаны. Пополам разрезали. Еще и получился мангал. Еще я заметил, что возле домиков нету нигде мусорок. Мне вот просто непонятно на самом деле. Но оно с другой стороны хорошо. Просто это нужно в пакете где-то хранить. И получается выносить где-то большой мусорки, я так понял. Немножко неудобно. О, теннисный корт. Пески вести. Да, замело песком. А это ветром, наверное. С волейбольного намело. А, вон и футбольная. Смотри, песочница. Намело так хорошо песка. О, а здесь лужа. Здесь Милане понравилось бы. А вон там мячик валяется, теннис. Еще в Литве я заметил, что вот смотрите, вот это вот заборы, вот эти, это единственный такой намек на ограждение этой территории. Потому что с этой стороны, вот из нашего окна, просто вот поле. Аисты ходят по полю, чайки какие-то там летают. А так как таковых заборов нету, то есть, грубо говоря, ты вот посреди поля. У нас бы, мне кажется, уже давно бетоном обнесли, тут, я не знаю, трехметровым все, что это частная собственность, и сюда нельзя. Так, что у нас тут еще баскетбольная площадка. Есть волейбольные две и баскетбольная. Вот баскетбольная такая хорошая, да? Конечно. Добротная такая. Пружинит хорошо. О, а там травку косят. Так, перед нами стал выбор. Идти пожиже или обойти на дорожку. Что вы выбираете? Напишите в комментарии. Один пожиже, два по дорожке. Ждем. Да ладно, вы издеваетесь. Ну ладно. А не так-то мы сильно и проваливаемся. Рядом с нашим домиком тут еще есть тренажеры. Можно позаниматься. А, вот такого я еще не видел. Тут уже прям ветер такой поднимается. О, а там, смотри, залив получается впереди. О, мы кафе нашли. А, смотри, тут и пиво. А, может быть, это как этот, как бар. Может, он вечером и работал.
А вот это получается, вот смотри, вон она как раз, вот смотри, вот это залив, вот там Клайпеда, а это Куршская дуга идет, по которой мы, вон они дюны, по которым мы лазили когда-то. Здесь вообще какое-то вот такое место, вот как яхт-клуб, что ли, я не знаю, там вот какие-то катера стоят, яхты, лодки. Вот такое место интересное. Единственное только, я так полагаю, нам так и не получится искупаться в море, потому что достаточно холодно. А здесь водичка не особо чиста. Пена бородатая. А здесь домики, которые побюджетнее. Хотя какие они побюджетнее, слушай, Свет, они, по-моему, такие же. Просто они из досок слеплены. Там просто покрасивее, наверное, фасад дома и все. Так я смотрю, они такие же. Тоже два этажа, терраса. И здесь даже водоем какой-то. Интересно, тут, наверное, вряд ли тут рыбу ловят. Хотя кто его знает, может быть, и разводят. Это ты типа янтарь собираешь? Ракушки. Да, ракушки. А я уже думал, янтарь. В секунду ни пьяный, ни бегать, больше 30 больше. Людей. Не перегинаться, в грозу не подниматься, не толкаться. Идти и улыбаться. Опа. Мы поднялись. О, смотри, какие просторы. Домики. А вот за тем деревом мы там живем. Блин, а вниз смотришь, страшно, да? Там еще кто-то поднимается. Только стульчики почему-то все в эту сторону. А туда никаких нету. Просто невероятно сильнейший ветер. И такое море прям полосатое. Красиво. По-моему, спускаться сложнее. Страшнее, я бы сказал, не сложнее. Блин, все такое дырявое, ну. Пойдем в ладью поближе посмотрим. Слушай, она даже, ну, настоящая на ходу. Смотри, вон там и весла есть. Я так полагаю, и парус тоже можно поставить. Прикольная штука, да? Здесь много всяких лодок есть, и побольше, и поменьше. Есть вон там вообще малютка такая. А здесь уже надувные, а вон даже катамаран. Короче, я не знаю, что это. Да, наверное, лодочка такая. Детская площадочка. Она просто защищена, видишь, от брызг, от ветра. Ну, а здесь уже корабли посерьезнее пошли. А вот и, собственно, и ресепшн. Нам недостаточно холодно. Мы решили мороженого взять. Вкусненько. И кофе. Давай, еще и дождь начнись. Да ладно, на меня уже капает, блин, прям по уху. Ну вот, собственно, и вся территория. Вот сюда мы заезжали. Там вот я вижу ресторан. Можно пообедать, позавтракать, поужинать. Все, возвращаемся в номер, пока нас не накрыло волной ливня. Вещички собрали. Прощаемся с нашим жильем необычным. Идем на ресепшн сдаваться. В этот раз мы уже по максимуму отсидели. Сейчас 11 часов, по-моему. А сдаваться надо в 12. Уже до последнего валялись, тюленились, чтобы отдохнуть хорошо. Так обычно мы переночевали, собрались, там в 8 утра каких-нибудь, и все, и пошуршали. Но сегодня отдохнули. Милана балдеет. Что ты? Наигралась, накачалась? Тут остаешься? На улице стало еще холоднее. Хотя вроде и солнце выглядывает иногда. Но все равно как-то зябко. Мы максимально утеплились. И он даже куртку одел. Милана, там тепло где-то? Да. Тепло где-то. Светлана, тепло где-то? Тепло. Все, вот посетили мы такое чудное место.
Ой, поедем теперь к Клайпеду изучать. Ну, хотя мы там были, по старым местам пройдем, вспомним, как там что было. Все, отправляемся дальше.